как перевести окно в летний режим. После этого ваши окна будут проветриваться в закрытом состоянии. Если попробовать, ручка тяжело идет, окно плотно закрывается. Оно у меня стоит в зимнем режиме. Давайте переведем. Открываем окно. Здесь есть такие бочонки, называются цапфы. Их может быть 1, 2, 3. Берем шестигранник на 4. На бочонке есть метки. Сейчас он стоит на зимнем режиме. Поворачиваем шестигранник вправо, точкой к улице. Наша точка находится в горизонте. Проделываем со всеми бочонками. И проверьте, внизу створки тоже могут быть цапфы. Я уже все перевел, давайте попробуем. Закрываем окно, теперь оно свободно закрывает. Можно даже одним пальцем. Проделайте эту процедуру со всеми окнами в вашем доме. Берите на заметку и не забудьте поделиться этим видео. Друзья, подписывайтесь на мой полезный канал на YouTube для всей семьи. Каждый найдет для себя что-то интересное. Благодарю.